Время ускоряет свой бег, сын Дуратона. Вновь вспоминается былая вражда, и ветер доносит до нас эхо войны. Герои бросают вызов судьбе и ведут свои войска в битву. И в то время, как армии смертных мчатся навстречу своей гибели, пылающая тень готовится проглотить этот мир. Теперь ты должен объединить свой народ и исполнить предначертанное. Следуй за мной. Это был сон. Это не сон, юный вождь. Это было видение. Следуй за мной, и ты узнаешь, какая судьба уготована тебе. Не знаю, что все это значит, но я иду. Займемся этим. Да. Замечательно. Тем не менее, лагерь орков еще далеко. Отлично. Мы почти на месте. Но на пути... Обратите внимание, черная область уменьшается по мере продвижения тралла. Выберите тралла и прикажите ему идти к флажку в центре лагеря. Локтар, воины! Вождь, ждем твоих приказаний. Теперь, когда вы выбрали свой отряд, прикажите ему идти к следующему флажку. Тревога! Впереди гнол! Чтобы приказать своим воинам вступить в бой, выберите их и щелкните сначала на кнопки «Атаковать», а затем на гнолле. Локнарош! Это был всего лишь разведчик. Похоже, впереди их лагерь. Прикажите вашим воинам напасть на вражеский лагерь. Для этого выберите их и щелкните сначала на кнопки «Атаковать», а затем на земле в центре лагеря. Займемся этим.
Духи не знают усталости. Откроется панель способностей, которые... Я вождь! Никто не уйдет! За честь! Да. Табу! Да. Вождь, мы видели в реке банду морлоков. Морлоки — превосходные мишени для вашего нового заклинания. Чтобы Трал применил его, щелкните сначала на кнопке «Цепь молнии», а затем на одном из морлоков. Иногда рядом с телами убитых врагов появляются сундуки с сокровищами. В этом сундуке было зелье маны. Весьма полезная вещь. Заметьте, что ваша находка теперь занимает одну из ячеек, расположенных слева от панели приказов. С помощью этого зелья можно пополнить запас маны, магической энергии вашего героя. Мана расходуется на применение заклинаний, например, цепи молнии. Да. За честь. Прикажите воинам Тралла пройти вверх по реке, следуя флажкам. Да. За честь. Никто не уйдет. Табу! Волчий вой — знак наступления ночи. Ночью ваши воины видят хуже, чем днем, поэтому вы должны следить за сменой времени суток. Наступает ночь. Будьте начеку. Спробил! Табу! Да! Табу! Да! За честь! Табу! Да! Огр! Хорошо, что он спит. Иначе нам пришлось бы туго. Лохтар-угар! За честь! Да! Табу! За честь! Да! За честь! За честь! Да! Голем! Осторожно, воины! Эти твари по ночам не спят! Я вождь! За честь! За честь! Табу! Локнрош! Да! Хозяин, чего прикажешь? Займемся этим. Лохтар-угар! Духи не знают усталости. Замечательно. Магическое кольцо — весьма полезное приобретение. В зависимости от своих свойств, оно будет улучшать характеристики героя, который его носит. Займемся этим. Да. Табу! Да. Лесные тролли. Я не могу поверить, что когда-то они тоже были частью Орды. Да.
Какая удача! В этом сундуке хранилась магическая книга. Прочитав ее, ваш герой улучшит одну из своих основных характеристик. Чтобы узнать какую, выберите Тралла и укажите курсором на пиктограмму книги. Табу! Приветствую тебя, сын Дуратона. Я знал, что ты сумеешь отыскать путь. Я видел тебя во сне. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю многое, юный вождь. И о тебе, и о твоем народе. Кто я, сейчас не важно. Важно то, что ты соберешь своих воинов, и вы покинете эти земли. Покинем? О чем это ты, человек? Человек? Во мне давно не осталось ничего человеческого. Я изменился. Я стал другим. Знай, я видел будущее. Видел огромную тень, надвигающуюся на наш мир и жаждущую поглотить его. Ты ведь тоже чувствуешь ее приближение. Демоны. Они возвращаются? Да. И лишь за морем, на далеких берегах Калимдора, у тебя будет шанс устоять против них. Но разве мы... Я отвечу на все твои вопросы, юный вождь, когда придет время. А сейчас собирай своих воинов. Мы еще встретимся. Бред безумца. Но духи говорят, что я должен верить ему.